Здравствуйте, друзья, здравствуйте, уважаемые мои подписчики. Я прошу прощения за то, что долго не появлялся в эфире, практически месяц. Но у меня со здоровьем небольшие проблемы, сахарный диабет. Но мы не сдаемся. И плюс я восстанавливал свою студию. Поэтому я думаю, что вы меня поймете, простите. С сегодняшнего дня я думаю, что мы начнем работать еще продуктивнее. Ну, во-первых, хочу всех очень поблагодарить за то, что вы меня поддерживаете, пишите хорошие комментарии, знаете, задаете вопросы. Хочу поблагодарить всех, кто пишет комментарии, огромное спасибо. Они меня вдохновляют жить и работать. Вот. Значит, ответы на ваши комментарии я постараюсь дать в следующем видео. А это сейчас просто пишу спонтанно, для того, чтобы поизвиняться и рассказать о том, что планы на работу очень изменились. То, как мы играем на рынке, ну, как-то одно и то же. Люди уже гармонисты в возрасте, ну, не очень хотят учить что-то новое, им это неинтересно. Вот, они просто там встречаются, вспоминают свои былые дни. Поэтому формат моих видеоблогов немножечко изменился. Я хочу добавлять в старые записи, хочу добавлять новые инструменты, вам буду их показывать. Но, естественно, буду прислушиваться к вашим советам. Вот. Потом я еще хочу записывать уроки игры на различных инструментах, так как я играю на очень многих инструментах, владею очень многими инструментами, даже, правильнее сказать, владел. Ну, будем останавливаться. Это и барабаны, и гитары, ну, в общем, много чего. А также буду давать уроки, показывать и рассказывать по ремонту, настройке гармошек, баянов, гитар. Вот запланировал, там купил себе барабан, хочу сделать с него бас-барабан, ну, для гармонистов. В общем, за этим всем я буду с вами делиться. Ну, как видите, студия моя еще не доделана, еще только в процессе работы, но уже снимать и работать можно, поэтому я надеюсь, что наше общение продлится очень благоприятным для обоих сторон. И вам, и мне. Будете задавать вопросы, я вам буду на все отвечать. До скорой встречи. Всем здоровья и удачи. Жду от вас комментариев.